что это такое? А мы с тобой проезжаем, это же с этого Никиты Святого. А, это оно? Как-то это приподнимает положение. Никиты? Это вот так едем. Вот потом туда. Вот там, вон там, вот белое, видишь, ага. Прямо над белым, над озером. Там камень, горка Александра, это мы с тобой можем сегодня посетить. Так. Украшение храма.
Вон пятно. Вот смотри, я сейчас на другую. Да, вот смотри сюда. Опа, видишь, как осветлило все.
Смотри, вот там на берегу, да, прямо у воды холостый. Угу, кажется. Вот золотые купола, это вот там мы были, да? Угу. Смотри, как... А, нет, там он. Это камень. Вроде бы, как его сбросили. Отсюда. А изначально был тут? Ну, нет, вроде как тут. Уже заплакала. А это мы вот там были. Или там вот там. Ну этот ботик. Ботик. Там, а то что-то другое. Ну вот он, вот, еще большой. Большой. Видно. Варвару святую почтим. Вражи восити сокруши, и яко птица избавися от них помощью и оружием креста. Если честно, немножко исцелим.
Подходим к синему камню. Хороший окружающий пейзаж. Низко, кажется, над Плещеевым озером. Вот. Что-то вытекает. Вот он. Лужа после дождя. Вот. Тепленький он, нагрелся. Здравствуйте, здравствуйте, синий камень. Люблю тебя. Какой камень. А вот смотри, кто-то тут какой-то ритуал сделал. Рассыпал. Что-то, возможно, свели на это. И вот там что-то там такое. Это странная вода. Свели на зерно и рассыпали, чтобы тут. Ну а ты что туда пошел? Уйди оттуда. Нет, я тут стою. Тут устроили болото какое-то, обычно развели. Куча денег, копейки валяются. Вот он, легендарный синий камень, исполняющий желания, особенно плодородие, избавляющее от блуда. Он действительно синий на цвет. Ну, не глубоко в земле, да? Кто его знает, как он там сидит? Растет из земли. За ним Плещеево озеро. Они пробовали от него кусочек проверить, что это, из чего он.
Переславозалесске.